Всем привет, меня зовут Оксана Слиенко, я профессионально занимаюсь тяжелой атлетикой. Шестикратная чемпионка Европы, трехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр в Пекине. Я занимаюсь кроссфитом всего 6 месяцев, но хорошая спортивная форма и богатый опыт в спорте помогли мне единственной в России отобраться на региональные игры в Дании. Я люблю экспериментировать и пробовать что-то новое. Я не собираюсь останавливаться, я привыкла добиваться высоких результатов, и в следующем году я обязательно планирую пройти финал. Скоро стартуют отборочные соревнования на чемпионат России 17 августа. Рекомендую всем попробовать. Ребят, ничего не бойтесь, принимайте участие, тренируйтесь, побеждайте и живите с огнем.